показывает нахуй показуху ебаную, что чел нихуя не заходит, нахуй эквивалентно, блядь, со мной, и он нихуя собрать не может. Мне стримы ему накручивают, блядь, без проблем, блядь, просто рейсик. Ебал рот, нахуй. Я вон могу, блядь, взять 8000, нахуй, блядь, за 100 часов, нахуй. Я не знаю, блядь, сколько у меня времени, блядь, потрачено, нахуй. Просто максимальное время у меня воруют, нахуй. И просто сбивает мне рейтинг хуем с собачьим, нахуй. Пока всем подряд, блядь, рисуют просто идеальные заходы, а у меня ограниченные все. Просто прекрасно. Блядь, это мерзость просто. Я до этого не видел, блядь, он стримил, нет, но, блядь. Он говорит то, что вне стрима, нахуй, у него все завозит, но у него хорошо игры получаются, нахуй. Все прекрасно. В скобочках ему... Так вот, блядь, нахуй завозит. Да пиздец, блядь. Просто челов выборочно пушат, нахуй, на высокий рейтинг, просто выборочно, блядь, твари гнилые, нахуй. При том, что я при хай-скилле ничего не могу сделать. При честном скилле. Просто челы выборочно, блять, хуярят на по рейтингу, блять, челов. Прекрасно. И выборочно точно не меня. У меня нету шансов нахуй ничего сделать в играх. В принципе, участвовать в играх не могу. Не знаю, сколько там у Резонганса того же самого, нахуй, у него тоже он беспроблемные игры максимально. Тоже хуйню всякую делает, блять, но ну, предположу, что у него в калибровке тоже какой-то хороший рейтинг. И при этом у него оппоненты все АФК. У него там, блять, где-то на 12-й ход были стату у оппонента 50 на 50, там и что-то типа того. Знаете, у меня заходы, блять, я вот даже пометил себе отдельно, нахуй, какие я, блядь, буду уже стримы показывать на отдельные разборы. Просто вот, блядь, как у Сильвера вот на турнире, блядь, были игры. Он, в принципе, там играл почти без ошибок, нахуй, но у него все игры, блядь, пушили в топ-8, нахуй, и так далее. У меня рисует то же самое, нахуй, под меня просто, блядь, то же самое, нахуй. Просто прекрасно. Че говорил про киллсборсов? Если надо писал. Если надо писал, блядь, что-то. Он стримы не сохраняет. Из-за этого не могу профануть. Я ему писал то, что игра не работает по математике теории вероятности и насыпают, блядь, каждым, блядь, челом всю хуйню, блядь, если бы игра работала по теории вероятности и так далее. Не было, блядь, в каждом лобби, нахуй, от киллсборсов, блядь, идеальных, нахуй, каждую игру. Каждую игру. По итогу, блядь, ему на следующую же игру рисуют идеальных киллсборсов. И то же самое на Томатосе, когда я сидел на стриме, что-то там тоже писал похожее. Следующая игра, блядь, идеальные киллсборсы просто. Идеальные цвенобраза. Тоже Эрдю занял, блядь, топ-8 из-за того, что, блядь, по моему совету пошел нахуй по сейву играть, нахуй. По итогу... Ему параллельно, нахуй, нарисовали ситуацию так, блядь, что все, блядь, проловолапались, нахуй, и... Короче, блядь, и много там других моментов. Просто прекрасно. Просто мерзкие, блядь, уроды вот так, блядь, творят, нахуй. В тех играх, в которых мне нету возможности просто, в принципе, ловлапнуться и так далее. И я никогда не пропускаю хорошие роллы, блядь, на лоу-тавернах и так далее. Ну, в принципе, так как и играют остальные, нахуй их за это не будут понишать. Все мои плеи будут неправильные, нахуй. Как бы я ни играл и так далее, нахуй, и тому подобное. По логике дегенеров. Ну, большинство. А, Red Analytics, что-то там, Killsborough было, не знаю, блядь. Я это написал, просто, блядь, короткие заметки, нахуй, ну, потом буду, блядь... Просто рисовать. Тоже сидел на стриме, нахуй, изи моды какие-то тут рисовались, нахуй. Тоже, блядь, таких, блядь, игр у меня нету никогда. Просто бред ебаный. В принципе, эту хуйню я могу не записывать даже.
Он же вроде выкладывал видео. Охуенно, блядь. Silver name. На official, наверное, блядь, там должен был. Не помню, блядь, где я видел. Я просто видел видео в рекомендации, мне выпущилось, но я не смотрел от какого канала. Типа аналитика. Прохождение чемпионата, блядь. Ну, Керри Вин, давай посмотрим. Ящик. А, во. Во, вот эта хуйня, я все-таки даже заходил. Охуенно. Делать. Ничего не обрезал. Там про РТУ, про крысу, блядь, всю хуйню это было, блядь, оно потом все сказалось, блядь, то, что я, блядь, сижу у Фритерса, смотрю игры, нахуй. И там аналогичная ситуация рисуется, где, ну, правильный плей, блядь, он делает там то же самое. Я не помню, какой он топ, правда, занял из этого. Ну, по итогу его просто запушили, нахуй, что-то там про крысу анализировал, то, что там RDU не левелапнулся, и из-за этого он не раскопал на крыс, не купил дополнительное существо, он купил, пошел в экономику, чтобы потом левелапнуться, там экономика типа 3 маны, как эта хуйня называется, я не знаю. Короче, Wild Grow у друида. На спле. ВГ у друида. Давайте назовем так. Чтобы потом можно было левелапнуться за 5 и нажать обилку, это максимально грамотный плей в плане математики и так далее, но и RDO достался такой плей, чтобы, блядь, Сильвер проебал стравку. Поэтому не особо обоснованно было ставить на крысу, потому что там этот остался. Кок остался в таверне, тоже во второй, и взял обилку на вторую таверну. Там примерно равные шансы, по сути. Ну ладно, чуть-чуть побольше в сторону крысы, потому что крыса на первом ходу посильнее существо может раскопать через обилку. Там с шансом 51%. Скажу так сильнее. Ну, тут я просто хотел легкие игры, блядь, как у всех легко идут игры, нахуй, просто, блядь, сами по себе, просто ни о чем они не парятся и так далее. Мне приходится париться в своих играх, нахуй, просто максимально и ловить максимально мертвые роллы, и никогда невозможно ничего собрать, просто никогда ничего. Просто ничего никогда. Просто пиздато. У меня все игры просто максимально убитые, нахуй, все обязательно сильные и так далее, и тому подобное. Просто полный пиздец. Ну, бля, вот такой вот стол, нахуй, бля. Просто нормально, бля. Я не знаю, какой у него рейтинг, бля, к сожалению. Но предположу, что он, блядь, где-то остановился в прошлом мете тоже. Знаю, на 8-9к. С него примерно 7, может, 7,5. Хазан. Не буду гадать. Вот это видео, блядь. Я хотел сам записать, по итогу мне не надо, тут все выложено. Нам похуй, пока пускай будет этот кусочек.